Будьте же вы все здоровы. Ой, я знаю, мы нашли блин где-нибудь. Блин. Да, можно чуть-чуть сюда. Потом, слышно гамбусли, да? Это гусли замечательного мастера Александра Теплова из Санкт-Петербурга. Вообще гусельное дело сейчас развивается. Я всем рекомендую иметь дома гусли. Так вот просто пришел вечером, ударил по струнам и сразу другое настроение. Oh,
больше того, моя радость, выше того. Выше того, ой, моя любовь, выше того. Фестиваля и крупнейший в России специалист по русскому фольклору. А еще у нас, поскольку это фестиваль фестивалей, Маки, мы здесь презентуем фестивали, да, вот, пожалуйста. 24 мая в клубе Гластонбери пройдет фестиваль «Кукушка». Не фестиваль, это будет презентация фестиваля «Кукушка». Презентация фестиваля «Кукушка». Там Сергей Старостин выступит с замечательной финской певицей Анной Марией Кивимяки. Там же будет выступать Инна Бондер. Знаете такую певицу наверняка. Так что приходите на презентацию фестиваля «Кукушка» 24 мая. А здесь молодой человек в кепке будет раздавать сейчас флаеры. Да, всем вам раздам. Вон он. Я знаю его. Он работает стоматологом. Я точно это знаю про него. Ну что же, потихоньку подходим к такой ансамблевой части нашего фестиваля.